Модернизированную больницу сдали в селе Зубутлиме-Атли. Объект принимал министр здравоохранения Танкай Ибрагимов. Более 8 тысяч человек теперь смогут получать квалифицированную медпомощь, о чем жители села Киров-Аул могут только мечтать. Министр осмотрел амбулаторию и в этом населенном пункте. С ним по Кизлюртовскому району проехались и наши корреспонденты. Зубутлиме-Атлинская районная больница разместилась в здании бывшей конторы совхоза. Помещение выкупили у сельской администрации, сделали ремонт, завезли необходимое медоборудование. Так, вместо старого пустующего здания появился новый социально важный объект. Теперь для того, чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь, жителям Зубутлиме-Атли не придется ехать в города или крупные райцентры. Это третья по счету больница в Кизилюртовском районе. Здесь же лаборатория, рентген-кабинет, в котором сразу несколько аппаратов, и УЗИ-сканер. Медцентр только открыли, а врачи уже не справляются с наплывом пациентов. Население только в этом селе уже более 8 тысяч человек. С тех пор, как открыли больницу, все время она полная, и все время даже очереди бывают. Не сразу даже бывает место свободное. Больным самим тоже удобно, никуда ездить не нужно, и посетителям удобно, и хорошие препараты тоже у нас здесь, хорошие, думаем, обслуживание тоже. Рассчитана больница на 35 коек. Палаты, как гостиничные номера, пусть и эконом-класса. В каждой санузел и удобные спальные места. Хороший сюрприз, сделанный нам, очень хороший сюрприз. Благодарим этих людей. Каждый наш, why, они отвечают около себя и говорят, что болит, вот очень отлично. О том, как ее лечат, Хадижа Тамарова рассказывает уже министру здравоохранения республики. Танкай Ибрагимов приехал в Зубутлиме-Атли посмотреть, отвечает ли больница требованиям современной медицины. Тут ему показывают физкабинет, палаты, оборудование. Увиденным вроде как доволен. В гостевой книге оставляет свои пожелания, пусть и неразборчивым, как у всех врачей, почерком. А вот с реализацией программы модернизации здравоохранения все четко. У нас очень слабо развита первый этап оказания медицинской помощи. То есть максимальное приближение оказания медицинской помощи к населению. Это является одной из главных задач, поставленных сейчас Министерством здравоохранения Российской Федерации. Таким образом, открытие врачебных амбулаторий, открытие участковых больниц, открытие фельдшерско-акушерских пунктов является одним из основных приоритетов. О том, как обстоят дела в медицинской сфере Дагестана сегодня, Ибрагимов говорит уже местным жителям. По состоянию здоровья не очень громко. К сожалению, здравоохранение в таком же состоянии в республике, как и мое горло. И мы будем делать все для того, чтобы это было хорошо, чтобы повысить уровень медицинской помощи нашему населению. Подарок от Минздрава Зубутлиме-Атлинская больница получила карету скорой помощи. Также Ибрагимов посетил амбулаторию в селе Кирово-Аул. Здесь уже совсем другая картина. Запущенное необорудованное помещение, нехватка персонала – это лишь часть проблем. Ремонтом здесь не обойтись. Нужен новый проект, резюмирует министр. Поэтому, скорее всего, здание снесут. Такая же участь ждет и большинство других старых амбулаторий республики. Хадижат Мазгарова, Селим Таджибов, Заур Магомедов. Время новостей.